Привет. 2 мая 2020 год, Харьков. Сынуль, посмотри, сколько времени. Время 16:24. Ну и кто ты после этого? Тыгадыкальщик. Штатив что зацепил? Ну случайно. Что, крышу перестали разбирать? Кому сейчас нужна крыша? На карантине. Да, когда она у тебя поехала. Что, второй раз решил ударить по штативу? Мне кажется, или на Луне, или лесу Джокера. Какой-то грим. Не только лицо, он там есть. А ну, дади. Смотри, ты видишь, как колебания какие. Она двигается. Оно живое. На живое ранение. Да, ну бледная, конечно, картиночка. Но не уверен, что будет вечером чистое небо. А так вообще в планах в очередной раз. Сейчас попробуем покрутить резкость. Пойти вечером поснимать Венеру. А ночью... Опа. Птица пронеслась. А ночью... На Луне, что ли, птица? Юпитер, Сатурн. Птичья луна. Лунная птичка. И Марс. И МКС. В 3 часа 12 минут ночи по Киеву будет проходить МКС прямо возле Юпитера с Сатурном и Марсом. Питер — это город такой. Ты Питер. Ты город. Какие тут кратеры хорошие. Рельефные. Да, горизонт не обещает нам ничего хорошего, сплошная облачность. Балдею от этих увеличений. 125 крат оптического увеличения плюс 4 крата цифрового. Вот, ремонтирую школу, молодцы, пока. Все дети на карантине. Ладушки, 2 апреля, мая уже. 2 мая 2020 год, Харьков.